Всем привет, меня зовут Артём, канал DubStales, и это продолжение комикса «Звезды сошлись», часть 2. Если ждал его, то обязательно ставь лайк или пиши в комментариях. Поехали! Кот-нуар! Эй! Кот-нуар! Эй, я пытаюсь поспать! Прости, я думаю, это твое. Ничего. Мне правда жаль, что я так набросился на тебя. Я не хотел, это просто все из-за... Кот, почему ты спал на улице? Я не спал на улице. Я просто уснул во время патруля. Смешно, да? Я же знаю, что ты говоришь неправду, кот. Почему ты не пойдешь домой? Сейчас очень поздно. Ты должен спать. А что, если ты останешься здесь? Хотя бы на эту ночь. Я правда хочу помочь, и это единственное, что я сейчас могу сделать. Ты веришь мне? Да, Маринет, верю. О нет, я забыла про Тики. Кот, ты не мог бы закрыть глаза? Пожалуйста. Я начинаю жалеть о своем решении. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Теперь ты можешь открыть глаза. Только не шуми, пожалуйста. Мои родители спят, и мне не хотелось бы их будить. Ты будешь спать здесь. Надеюсь, тебя это устроит? Идеально. Спасибо. Если тебе еще что-то нужно, пожалуйста, скажи. Я правда буду счастлива помочь тебе. Маринет, я не знаю, как и благодарить тебя. Ты так добра, и я... Да ладно тебе. Я рада, что могу сделать хоть что-то, чтобы помочь спасителю Парижа. Спасибо, но если честно, то мне нужно перевоплотиться, а мне нечего надеть и... Об этом не волнуйся. Вот, ты можешь надеть эти вещи. Вообще, я хотела подарить их своему другу, но тебе сейчас это нужно больше, так ведь? Ты хочешь отдать их мне? Уверена? Уверена, считай это подарком. Ладно. Даже не знаю, что сказать. Спасибо тебе. Можешь переодеться в ванной. Постарайся не шуметь, ладно? Тебе еще нужно что-нибудь? Нет, все хорошо. Спасибо. Ну, тогда думаю, я пойду спать дальше. Спокойной ночи, кот. Спокойной ночи, Маринет. Так, обратная трансформация. Адриан, что это за лицо? Какое лицо? То, которое у тебя сейчас. Но я не... Знаешь что? Неважно. Главное... Ты собираешься это надеть? Или нет? Да, собираюсь. Ок,
это классно и все такое, но что если она увидит, что ты на самом деле Адриан? Я верю, Маринет. Уверен, моя личность в сохранности. Я не вижу ее. Она, наверное, уже спит. Блэк, не шуми, ладно? Я не хочу ее разбудить. На случай, если ты голоден. Не могу поверить. Она положила камамбер в эти сэндвичи. Адриан, я уже люблю эту девушку. Я знал, что Маринет хорошая, но не мог представить, что настолько. Эта девушка просто потрясающая. Она дала мне место для сна и еду, даже несмотря на то, что она не знает, кто я на самом деле. Я рад, что она мой друг. Спокойной ночи, Плак. Спокойной. Просыпайся. Маринет еще не проснулась. Мы должны уйти сейчас. Давай, мы должны поспешить. Когти. Стоит оставить ей записку. Так, пойдет. Маринет? Я не разбудил ее? Антенны? Близко. Я должен идти. Это невероятно, мастер Фу! Какой классный костюм! И новое оружие с ним! Тебе идет! Думаю, что с твоими новыми силами Парижу точно ничего не грозит. Что думаешь, кот? Ты какой-то тихий. Язык проглотил. Черт, какая же она няшка. У меня сейчас сердце остановится. Ты идеально. Я люблю тебя. Ну, не чудак. И все? Я хочу посмотреть на свой новый костюм. Он точно будет невероятно крутым. К твоим услугам, моя леди. Давай быстрее, дед. Делай. Сейчас. Теперь я точно покорю сердце леди Баг. Как скажешь. Трах, тибидох, тибидох. Получите и распишитесь. Упс. Так, где окно? Мне нужно выйти.
Ставь лайк, чтобы продолжение вышло как можно быстрее. И подписывайся на канал, чтобы не пропустить, когда оно выйдет. Новые комиксы вас всегда ждут на Леди Блоге и в одном новом суперсекретном месте. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите, и до встречи.